Тигровую малышку, друзья, нашли возле гаражей. Она просто скулила, стояла, сжатая, как струна, и боится, и в то же время каждое мгновение готова убежать. Ее просто зажали в угол, и тогда смогли поймать. Малышка кусалась. Но ее страх понятен. После того, как мы рассмотрели вблизи, на что похожи ее ушки и хвостик, это страшно. Мы забрали малышку, отвезли в больницу. Врач осмотрел. Над ней кто-то издевался. Уши обрезали. И все это на живую ребенку. Вы себе не представляете, что такое пережить такую адскую страшную боль. Просто возьмите, сожмите себе ушко чуть-чуть, ногтями, и вы сможете почувствовать тысячную долю того ужаса, что пережил этот ребенок. Друзья, Тигруня, мы ее так и назвали, Тигри. Тигри. Красивая девочка, очень красивая. Она не породистая. Просто из нее пытались сделать породистую, возможно, для того, чтобы продать как стафа. Она ведь тигровая, а стафы тигровыми бывают. Очень часто страдают от рук живодеров именно такие малыши, которые или цветом, или немного статью напоминают породистых собак. Очень часто они платят за это страданием и болью. Все, что могли, ребята, в лохматой душе мы сделали. Малышка выздоравливает. Она уже начинает подходить к рукам. Она хорошая, добрая. Она нормальный, замечательный ребенок. Thank you.
Дорогие мои, вот и осень. Начинаются дожди, слякоть, холод. А у нас начинается поток малышей. Коробки начали валяться по обочинам, коробки начали подбрасывать к заборам, коробки начали валяться вдоль трасс. Это самое страшное. Друзья, милые мои, хорошие, кого успеваем, мы подбираем. Многие малыши простужены, многие болеют. У многих глистная инвазия. Почти все малыши проходят через капельницы. Ребята, это адский труд. Это по-настоящему очень тяжелый адский труд. Именно поэтому приюты не хотят брать малышей. Сборов на них идет очень мало. Я не знаю почему, ведь каждый из нас любит малыша, любит щеночка. Почему же никто не хочет им помочь, когда они несчастные лежат в коробке, выброшенные на помойку? Я понимаю, что не каждый может взять домой. Друзья, но каждый из вас может пожертвовать этому малышу 100 рублей. Я прошу вас, мои хорошие, помогите нашим осенним подкидышам. Прошу вас. Давайте в этот щенопад будем добрыми, потому что впереди холода. Нам очень тяжело с кормами. Ребята, но мы выкраиваем уголок, чтобы приютить этих детей. Пожалуйста, выкройте немного вашего достатка, чтобы поделиться с этими малышами. Вот только что нашли мешок, в мешке котята. Вот так бросили. Мы чуть-чуть приоткрыли, посмотрели, сейчас решила снять. Ребята, это скотство, потому что, ну, понимаете, сколько времени люди не выходят за ворота. И что котята в этих мешках просто насмерть могут задохнуться. Да что же это за скотство? Покажи, что там есть. Вот такие малыши, месяца по 3,5.